Ежегодно каждая шестая казахстанка подвергается насилию. Такую статистику привели в программе развития ООН. По данным организации, в 2022 году бытовому насилию подверглись более 60 тысяч жительниц страны. А более 93% граждан, независимо от пола, имеют гендерные предубеждения в отношении женщин. Пролить свет на часто скрытые истории насилия и дискриминации в отношении девочек и женщин нацелен проект «Нерассказанное». Интерактивная арт-инсталляция открылась на железнодорожном вокзале Нурлажол. 25 ноября стартует международная кампания «16 дней активных действий против гендерного насилия». Она направлена на то, чтобы все неправительственные международные организации, сообщества и люди говорили на тему насилия. Насилие случается везде, вне зависимости от возраста страны или класса. Насилие в отношении женщин и девочек – это одно из самых яростных нарушений прав человека. Поэтому о нем важно говорить всегда. На вокзале установили закрытые кабинки, где можно анонимно написать свою историю или поделиться мыслями по теме борьбы с насилием. Затем эти записи размещают на стенде в зале. Таким образом, каждый посетитель вносит свой вклад в общую картину выставки, которая постепенно превращается в коллективный рассказ. Будут и другие мероприятия, направленные на борьбу с дискриминацией. Мы сотрудничаем с акиматами, и есть такое традиционное мероприятие, когда основные объекты города подсвечиваются оранжевым цветом. Оранжевый цвет является цветом кампании, который подчеркивает, что мы боремся с насилием в отношении женщин и девочек, также с гендерным насилием. У нас будет обширная кампания в социальных сетях.